Я поймал вас. Ваше высочество, простите меня, я такая неловкая. Господа, вы свободны. Прошу вас. Нам с вами было народу написано встретиться таким образом. Ваш брат теперь мой адъютант. Мишель так взволнован своим новым назначением. Уверен, что человека более преданного, чем он, не найти. Как у вас дела? Вы имеете в виду, помимо сбивания с ног наследника престола? Вы идете сегодня вечером на бал? Непременно. Туда будут приглашены, я полагаю, все фрейлины императрицы? Да, все, кто получил приглашение. Жаль, что вас там не будет. Жаль. Ну что ж, желаю души повеселиться. А ваше высочество, вы хотели знать, будет ли там Ольга Калиновская? С чего вы взяли, что мне это интересно? Эти киоки право смешны. Вы хотите знать, будет ли там Ольга на спа? Это ли вы так красивы, что не можете быть столь проницательны? Тем не менее, мне запретили видеться с Ольгой, я не могу спрашивать о ней. Понимаю. Натали, но вам же мой отец не запретил говорить о своей подруге. Поэтому, если вы что-нибудь мне хотите сказать, говорите, я перебивать не буду. Ну что, Ольга в добром здравии, читает потрясающий французский роман. Да, потрясающий. Недавно научилась играть в шахматы, правда, весьма дурно. Любит гулять в одиночку. Да, кстати, она будет сегодня на балу. Она будет с кавалером? Нет. Она не хочет, чтобы ее сопровождал кто-либо. Но, полагаю, такой красивой девушке, как Ольга, не гоже быть одной. Что ж, я был очень рад вас видеть, Натали. Будьте осторожны. Ваше высочество. Натали, я ждал вас. Прошу. Присаживайтесь. Простите за спешку, с которой вас сюда вызвали, но у меня к вам важный разговор. Я к вашим услугам, ваше высочество. Натали, я сожалею по поводу ареста вашего брата, но сейчас хотел поговорить не о нем. Я догадываюсь, кого вы имеете в виду. Я знаю. Вы добрый и чуткий человек. Я уверен, что вы меня поймете. Вы были близкой подругой Ольги. Вам что-нибудь известно о том, куда ее увезли? Ваше высочество. Александр Николаевич. Что? Что случилось? Боюсь разгневать вас, но я скажу, где Ольга, при одном условии. Вы ставите мне условия? Ну, впрочем, у меня нет выбора. Что за условия? Александр Николаевич, прошу, поймите меня, мне некому больше обратиться. Пообещайте освободить моего брата Михаила Репнина. Я понимаю, что моя просьба может показаться дерзкой, но вы единственная моя надежда. Не извиняйтесь, я все понимаю. Невыносимо, когда родной человек в беде, его судьбе ничего не известно. Я все время думаю о нем. Мне знакомо это чувство. Я сделаю все, что в моих силах. Где Ольга? Благодарю вас. Мне очень неловко, ваше высочество. Но я солгала. Я не знаю, куда увезли Ольгу. Поверьте, я бы с радостью помогла вам, если бы имела такую возможность. Но я, к сожалению, в таком же неведении, как и вы. Я тоже должен вам кое в чем признаться, сударыня. Я уже говорил с отцом по поводу вашего брата и поручика Корфа. Боюсь, я не смогу вам помочь. Значит, вы тоже солгали, лишь бы узнать, где Ольга? С чего мы начали, к тому и вернулись. То есть так и остались ни с чем? Мне очень жаль, Натали. Мне тоже жаль, ваше высочество. Миша! Наташа!
Это невероятно. Что ты здесь делаешь? Главное, что вы здесь делаете. Мишель, здесь все казненные воскресают. Боюсь, везет только отдельным счастливчикам. Я должен просить вас прощения, господа, за давешний спектакль, но такова моя работа. Я отношусь к вам с большим уважением, но, к сожалению, государь-император узнал, что вы собирались бежать. По приказу его императорского величества... Можете не продолжать. Дальнейшее нам известно. Что я могу для тебя сделать, Миша? Помнишь, в детстве мы играли в лапту с крестьянскими ребятишками. И одного мальчика сильно зашибли. Все думали, что он не выживет. И тогда ты взяла его голову в свои ладони и что-то прошептала ему на ухо. Это же детские выдумки, Миша. Однако, Мишель, ты романтик и суеверен, как деревенская баба. Пора идти, господа. Подождите. Не нужно, Наташа. Действие, слава богу, закончилось. Я прощаю вас, Владимир. Если бы я мог простить самого себя. Если вы собираетесь стрелять, стреляйте в меня! Отставить! Ваше Высочество, я исполняю приказ государя императора. Я тоже! Вот приказ, подписанный государем-императором. Господа Корф и Репнин свободны! Как изволите видеть, государь-император помиловал осужденных. Ваше Высочество, как вам это удалось? Теперь это уже не важно. Главное, что вы живы. Благодарю вас, Ваше Высочество. Невыносимо было смотреть на страдания вашей сестры. Я ваш должник. Я поздравляю вас, господа. Очень рад и восхищен вашим мужеством. Благодарю за поддержку. Второй раз на волоске от смерти.
И опять последнее слово за нами. Спасибо. Куда ж ты так торопся, братец? Не твое дело. У тебя осталось кое-что из моих вещей. Пришло время вернуть. Бежал бы ты отсюда, пока новый приказ не поднесли. Я жду. И запомни. Если ты хоть раз приблизишься ко мне и моей семье, я тебя убью. Великолепная сиделка. А ты великолепный лентяй. Больно. Значит, живой. Приди, Александр, на секунду позже, нас бы уже не было. Господин. Приказ государя-императора. Я намерен сам сообщить эту новость. Еще новость? Отец прощает ваш проступок и жалует свободу. Это уже не новость. Но в качестве наказания вы лишаетесь воинского чина. А что это значит, ваше высочество? Вы больше не служите в царской армии. Простите меня. Господа. Говорят, у дам скоро в моду войдут коротко стриженные волосы. Женщины не допустят такого надругательства. Со времен Евы все женщины носят длинные волосы. Не верю, что это когда-нибудь изменится. Но во Франции... Вы меня звали, ваше величество? Что-то случилось? Оставьте нас наедине. Ваш брат Михаил Репнин участвовал в дуэли как секундант наследника трона. Да, ваше величество, но он очень сожалеет о своем поступке. Надеюсь. Он поставил под угрозу жизнь наследника. Я знаю. Наталья, он бросил тень на честное имя вашей семьи. Мне очень жаль, но вам нельзя больше оставаться при дворе. Моего императорское высочество вызвал на дуэль Корф, а не мой брат. Он был обязан доложить о случившемся. Наталья, вы знаете, что я люблю вас. Более того, я восхищаюсь силой вашего духа. У моего брата та же сила духа. Я знаю. Но отлучить от двора всех Репниных по желанию императора. Я не в силах что-либо изменить. Боюсь, что когда Репниным приходится выбирать между долгом и любовью, они всегда выбирают любовь. В этом наша сила. И слабость.
Вы звали меня, ваше императорское высочество? Натали. Прошу вас. Я знаю, вы вас отлучили от двора. Я только теперь понял, сколько людей пострадало из-за меня. Присядьте. Что я могу для вас сделать? Ваше высочество, меня больше интересует судьба моего брата. То, что его лишили офицерского звания, ужасный удар для него. Он считал, что поступает достойно. Мне жаль, что я втянул Михаила в эту историю. Мне с самого начала не следовало принимать вызов господина Корфа. Простите меня. Я не могу на вас обижаться. Потому что я наследник престола? Натали, поймите, я хочу, чтобы меня любили, ненавидели, осуждали и делали это открыто. Они сплетничали за моей спиной. Я устал слышать, как угодно вам, ваше высочество. Но признайтесь, вы меня ненавидите. Признаться? Мне горько от того, что мой брат оказался замешанным в этой истории. И дело не в том, что меня из-за этого отлучили от двора. А в том, что я подверг его жизнь опасности. Знаю, и поверьте, я искренне в этом раскаиваюсь. Вы сможете меня простить? Вы спасли моему брату жизнь. Я давно вас простила. Ну тогда скажите, что я могу для вас сделать? Для вас и вашего брата? Вы готовы были погибнуть ради Ольги. Для меня этого достаточно. Я только недавно понял, что отдать жизнь за любимого человека – это огромное счастье. Я думала, что так говорят только во французских романах. Что, если вы больше никогда не увидитесь с Ольгой? Да. Только в разлуке начинаешь понимать, что для тебя значила твоя любовь. Разлука убивает любовь. Неправда. Вам разве не знакомо, Натали? Когда любимый человек далеко-далеко, все ваши мысли только о нем? Знакомо. Чем дольше не видишь любимого человека, тем сильнее хочешь коснуться его. Просыпаешься среди ночи и начинаешь искать ее рядом. А потом открываешь глаза и понимаешь, что ее нет. Нет ни здесь, ни во дворце. И может статься, ты с ней больше никогда не увидишься. Не сможешь ее обнять, услышать ее смеха. Простите меня. Вам не следовало это слышать. Я понимаю вас, ваше высочество. Если молчать, то можно сойти с ума. Можно! Сводит с ума неизвестность. Я не знаю, где она. Думает ли она обо мне? Уверяю вас, она чувствует то же самое, что чувствуете сейчас вы. Она очень переживает. Вы с ней виделись? Говорили с Ольгой. Ради Бога. Скажите мне, где она? Сожалею, ваше высочество. Знаете. И не хотите сказать? Я поклялась сохранить это в тайне. Я дала слово императрице. А вы? Очень не похоже на своего брата Натали. Он искренне верил, что любовь превыше долга. И на деле доказал это. Но к чему его это привело? Наташа, как славно, что ты здесь. А где же мне быть? Тебя не пустили в зимний? Напротив. Я разговаривал с государем и с государыней. Наташа, ты восстановлена при дворе. Это правда? Как то, что я здесь цел и невредим. Ну это же чудо. Миша, спасибо тебе. Кому ты писала? Андрею. Рассказала ему, как ты глуп, раз приказываешь царю вернуть меня к двору. Я буду рад рассказать ему об этом лично. Я решил навестить Владимира в его имении. Он сосед с Андреем. Миша, зачем тебе сейчас видеть Владимира?
Разве не он виновник наших неприятностей? Владимир мой друг. Из-за этого друга ты чуть не погиб. Так как наследник не сможет сопровождать меня, я сомневаюсь, что у Владимира будет еще один случай вызвать наследника на дуэль. Очень смешно. Я не попаду в переплет на этот раз. Обещаю. Может, не политический, а романтический. Продолжай. Ты едешь туда из-за Анны, так? Это плохо. Мой брат влюблен. Я не влюблен. Я почти ее не знаю. Ну не лги, Миша, я же рада за тебя. Я уже переживала, что мой брат евнух. Наталья Александровна, что вы знаете о евнухах? Достаточно, чтобы больше за вас не беспокоиться. Поохотимся. Александр, что с вами? Ну, на нашем давешнем разговоре. Опять совершаешь ту же ошибку. Не понимаю, о чем вы говорите. Путаешь развлечение с чувством. Сейчас время развлечений, подумаешь потом. Сигнал. Пора заступать на позиции. А то зверя пропустим. Следуй за мной! Натали, что вы здесь делаете? Как вы меня нашли? Ольга? Ради бога, что с ней? Ольгу повезут по этой дороге. С минуты на минуту карета проедет мимо этих мест. Спешите, ваше высочество, сумейте попрощаться с ней. Я знаю, вы солгали императрице. Натали, вы отважная девушка. Спасибо. Спешите, ваше высочество. Ольга ждет вас. Вы превосходно играете. Зачем вы скрывали ваш талант? Отец не любит музыки. Помните историю с гимном? Ваш батюшка предпочел радостному хору Глинки заунывную мелодию графа Львова. Гимн похож на молитву. Отец хочет, чтобы народ молился за императора. Все должно подчиняться государственным интересам, даже музыка, Натали. Простите. Мне сказали, что вы разыскиваете меня. Да, прошу вас. Фрейлины недоумевают, чем моя скромная персона заинтересовала наследника. Простите, я не хотел ставить вас в неловкое положение. А что, эти дамы будут теперь судачить об этом? Да пусть судачат. Все равно их фантазии никто всерьез не воспринимает. Можно только посочувствовать тем, у кого все самое интересное – это вид сквозь замочную скважину. Ваш веселый нрав – поистине клад, Натали. Да. Этот клад дорого мне обходится. Иногда засмеюсь, не к месту, получаю внушение от государыни. Да? Ну, бог с ними со всеми. Пусть они думают, что хотят, и делают, что хотят. Вы чудный человек, Натали. Благодарю вас. Нет, это я вас должен благодарить. Вы сделали возможным нашу последнюю встречу с Ольгой. Не стоит об этом. Не стоит? Почему? Потому что я сожалею о своем поступке.
Вы сожалеете, что помогли нам с Ольгой? Почему? Стоило так рисковать и стольким жертвовать ради любви, которая сегодня есть, а завтра испарилась. А чего вы так говорите? Что-то случилось? Натали. Князь Андрей Долгорукий клялся мне в любви. Однако стоило ему уехать в поместье, как его любовь исчезла. Но почему вы так говорите? Я же видел, как он смотрел на вас на всех дворцовых церемониях. Теперь его взгляд сердит. Он считает, что я была слишком бесцеремонна с его крепостной. Вы? Сомневаюсь. Вы даже с пауком, когда он попадет в вашу туфельку, будете отменно вежливы, Натали. Очень рада, что вам весело, ваше высочество. Простите меня, Натали. Наташ, мне просто трудно поверить, что князь разлюбил вас из-за крепостной. Тем не менее, это так. Видели бы вы его взгляд. Слышали бы вы его холодный голос. И все из-за того, что я попросила одну из его крепостных починить мне перчатку. Натали, 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 вы зря расстраиваетесь. Правда, мы с Ольгой сами не раз ссорились из-за пустяков. Вот, один раз причиной стала вот эта флейта. Ольга подарила мне ее на Рождество. И я там обнаружил. Взгляните. Здесь какая-то надпись. Да. Драгоценные Оленьки от пана Лазаревского? Да. И кто же этот пан Лазаревский? Я пришел в ярость и даже не спросил Ольгу о нем. Я места себе не ходил. Я все время думал, кто такой пан Лазаревский и какое он имеет отношение к Ольге. 2 дня мы не разговаривали. Я думал, что уже вообще все кончено. Вы не вызвали его на дуэль? Нет, но очень хотелось. Потом я узнал, что пан Лазаревский – это учитель музыки. А эту флейту он подарил Ольге на первое причастие, когда ей было всего 7 лет. Да. Мог ли я тогда думать, что буду вспоминать об этом эпизоде с такой нежностью? А у вас впереди с князем Андреем еще не одна ссора. И целое море нежности. Влюбленные ссорятся и мирятся, говорят друг другу обидные слова, а потом, рыдая, просят друг у друга прощения. Вы думаете, мы с Андреем помиримся, и у нас все будет как прежде? Ну, конечно же, если вы его любите. Дело не во мне. Я сомневаюсь в его чувствах. Натали, влюбленные часто ошибаются, особенно когда боятся потерять друг друга. А может быть, это князь Андрей подумал, что это вы к нему охладели? У него не было повода так думать. Он знает, что я люблю его. А он мне сказал, что я никогда не стану хозяйкой в его доме. О, вы всерьез обиделись на опрометчивое слово. Натали, если вы немедленно не развеселитесь, я завтра же поеду к вашему разлюбезному князю и выскажу ему, что он болван. Едва ли это поможет. Хотя затея мне нравится. Поможет, еще как поможет. Ваш князь немедленно примчится в Петербург, пойдет перед вами на колени и преподнесет вам ключи от своего дома, своего сердца и самых сокровенных тайн. И скажет: владейте, Натали, я весь, целиком ваш. Натали, осторожно. Это ведь сокровенное чувство князя Андрея. Не без изъяна, конечно, но зато целиком ваше. Миндаль с корицей. Да. По-моему, слишком приторно. Приторно? О, женщины! Мы даем вам самое сокровенное, а они морщатся. Приторно. Запейте. Надеюсь, это вино, а не слезы разочарованных влюбленных. Метафор на сегодня довольна. Слез тоже. Не думала, что истинные чувства можно спрятать в коробку конфет. А вы скажите это императору и императрице. Вот у меня, кстати, нет другого выбора. Мне нужно все подчинить государственным интересам, даже голос сердца. Мне очень жаль. Я же сказал, слез на сегодня достаточно. Давайте выпьем за вас и вашего Андрея.
Будьте счастливы. Даже когда ссоритесь по пустякам. Как жаль. Платье мокрое, я очень неуклюжий. Мари, перестаньте расстраиваться. Вы великолепны, просто бесподобны. Это я. Я неуклюжий, вот. А! Объявляю сегодняшний день днем неловкости. Я рада видеть вас, ваше высочество, в таком веселом расположении духа. Разрешите представить, фрейлина императрица Наталья Репнина. Вы ошибаетесь, ваше высочество, отныне я не фрейлина, государыня, а фрейлина принцесса Мария Гессен-Дармштадтской. О, я очень рада. Вы учить говорить мне правильно, если я ошибаться. Хорошо? Неуклюжий? Неуклюжий. Да, очень хороший учитель. Я скоро буду знать все. Если вам угодно, мой русский также к вашим услугам. Ну, уверен. Ваш учительский талант намного превосходит мой. Я всего лишь проводил урок географии. И вот результат. Сломанная указка, перевернутая ваза и мокрое платье. Нет, нет. Нет, вы очень хороший учитель. Очень. Я уже знать, где Самара и Крым. Крым. Но мне надо менять платье. Оно мокрое. Вы не в восторге от своего назначения, Натали? Почему вы так решили? Ну, я же здесь вырос. И давно научился угадывать, что скрывается за внешней вежливостью и почтительностью. Ваше высочество, я всегда была искренне с вами. Но это только упрощает задачу. Вы никогда не умели скрывать свои мысли? Опасное свойство для фрейлины. Однако именно за это я вас и уважал. И мне очень жаль, Натали, что именно вы относитесь к принцессе столь... Недоброжелательно? Именно. Принцесса здесь ни при чем. Да? Я наивно полагала, что когда сильно любишь, это чувство не может исчезнуть за одну ночь. Мои чувства к Ольге останутся при мне. Но я не намерен их более с кем-либо обсуждать. Я будущий император и должен следовать разуму, а не чувствам. А поступать так с бедной принцессой – это разумно. Возможно. Должен признать, когда пригласил ее в Петербург, мной двигали не самые благородные порывы. Однако, когда она приехала во дворец, я изменил свое отношение к ее приезду. Я слышала, что когда увидели принцессу впервые в Гессен-Дармштадте, вы были в восторге от нее. У вас разгорелась давно дремавшая страсть? Вы для кого это спрашиваете, Натали? Для себя или для императрицы? Для папы римского. Сошлю. О, Мария, вы великолепны. Вам бесподобно идет это платье. Позвольте, я проведу вас по Зимнему дворцу. В некоторых комнатах я сам не бывал после реставрации. Вы согласны? Вы... очень любезный. Отлично. Пойдемте. Простите. Передайте императрице, что я женюсь на принцессе. Что бы мне этого ни стоило. Натали. Пойдемте. Пойдемте.
Идите. Вы меня звали, принцесса? Свала! Спала! Но забыть, что хотеть спросить! Потому что я упала. Нет! Вы меня очень сильно развесили. Развеселила. Так будет правильно по-русски. Развеселила. Да. Да. Спасибо. Учи говорить меня правильно. Хорошо, принцесса. Зови меня Мари. Мари? Да. Вы хотели отправить письмо Мари? Нет. Это старое письмо от Александра. Он писать мне, я в Дармштадте, он здесь. Писать, что скучает. И тогда мы очень подружились. А потом, я не знаю, что произошло. Он холоден? Холоден. Да. Очень неприятно. Сначала он писать мне очень много писем. Очень. А потом все. Это последнее письмо. Наследник сейчас очень занят. Жених моей кузины тоже наследник. Но он писать ей 1000 писем. 1000. Я знаю, что Александр вообще не любит писать письма. Если мужчина любит, он... Русский мужчина. Не спешит открывать, что у него на сердце. Да? Да. Наверное. У тебя очень красивое платье. Спасибо. Может, Александр не писать мне из-за другой женщины? Я не понимаю, о чем вы. Ну, Александр влюблен в другую женщину. Вы смотрите на восток. А Польша на западе. Слава богу, я знаю, где Польша. У меня был хороший наставник. Видимо, наставник был плох, раз не смог вам внушить, что нельзя опаздывать на назначенной встрече. Мы договорились встретиться в библиотеке. Больше часа назад. Простите меня, я отвлекся. Я подозреваю, что мадемуазель Калиновская тоскует так же, как и вы. Если это вам помогает. В общем-то, не помогает. Ты не хочешь отвечать на мой вопрос? Это тайна? У меня нет от вас тайн, принцесса. А мне кажется, что все от меня что-то скрывать. Все смотрят странно. Я всю ночь думала, что Александра другая женщина. Поэтому он холодно. Думаешь, это правда? Мне кажется, что только сам Александр сможет ответить на столь сугубо личный вопрос. А можешь у него спросить от меня? Может быть, лучше вы спросите у него? Нет, мы не близко знакомы, чтобы делиться секретами. Так может быть, дождаться, когда вы сблизитесь? Правильно. Прости меня. Я тебя совсем замучила.
Ну, Александр мне дорог. И я хотеть знать. Я понимаю. Конечно, когда любишь, то хочешь знать все о человеке. Ты тоже любишь? А кто этот счастливый мужчина? Надеюсь, что он тоже сейчас несчастлив. Почему? Потому что он рассердился. Мы поссорились, я уехала. И мы больше не виделись. Но тогда надо ехать за ним быстро! Я уметь сама, которая ведет карета, ну! Кучер? Да! Когда любишь, можно быть слегка сумасшедшей. И даже не слегка. Да! А ты меня... Ты меня познакомишь с этим мужчиной? Сочту за честь. Надеюсь, что он вам понравится. Он похож на Александра? Ну, я не так близка с наследником, чтобы сравнивать их. Да? Да. А мне казаться, что вы с Александром друзья? Ну, хоть ты не знать его близко и не уметь спросить, а вот другая женщина, я хочу, чтоб ты помогла мне. Конечно. Помоги мне узнать его лучше. Хорошо, Мария. Скажи, что мне сделать, чтоб он был как раньше в Гессен-Дармштадте? Я думаю, что вам бы хотелось, чтобы Калиновская думала о вас так же часто, как и вы о ней. Да не должна она страдать. Ей надо перестать думать обо мне. Вы просили принцессу Марию приехать в Петербург. А почему вам не попытать счастье с ней? Я пытаюсь. Я осушал ее слезы, когда она была несчастна. Я пытался стать ее другом. Ей нужен больше, чем друг. Она приехала к будущему мужу. Я знаю. Знаю. Но ведь сердцу не прикажешь. Мне кажется, что она обо всем догадывается. Да, началась взрослая жизнь. Ваш отец считает, что женщину можно любить. Но всю страсть следует отдавать своей родине. Если бы моим воспитанием занимался отец, я бы изучал только военные науки. Но размышляя о войне, не узнаешь, что такое любовь. Саша, родину надо защищать. Это твоя жена и твоя любовница. Он не так уж и не прав. А я не хочу думать о войне. Я хочу думать о любви. Я буду рада помочь вам. Хотя я не знаю Александра достаточно хорошо. Тогда скажи, что знаешь. Он удивительный. Он очень верный друг. Да, если кто-то обидит его друга, он обязательно заступится, даже если будет какая-то опасность. Недавно он рисковал жизнью за друга. Он очень добрый, мудрый, умный, очень красивый молодой человек. Ты его много знаешь. Ты его сама не любишь? Нет. Но я была бы счастлива, если бы он был моим другом. А как он к тебе относится? Он видит в тебе только друга? Самые сладостные воспоминания юности – это воспоминания о тех мгновениях, когда сердце страдало. Такие мгновения трудно назвать сладостными.
Страдание приближает человека к Богу. Да, что стало бы с нами, если бы мы были лишены сердечной боли? Мы превратились бы в червей? Ну, мы с вами не черви. Мы люди. Василий Андреевич, я рад, что вас посетило вдохновение. Александр Николаевич, скоро в ваших руках окажется российская корона, власть. Я не улавливаю ваши мысли. Оставьте любовные страдания позади. Закройте прочитанную книгу и откройте новую. Считайте, что я вам преподал еще один урок. А свои печали оставьте здесь. Ненадолго. Натали? Я рад, что вы здесь. А где принцесса Мария? Она вышла на минуточку, я могу позвать ее, если хотите. Нет, 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 я, собственно, вас искал. Я к вашим услугам, ваше императорское высочество. Я только что говорил с Жуковским, и он сказал мне, что я слишком серьезен. Он считает, что мне надо развлечься. Вот и подумал, что развлечься мне лучше всего в вашей компании. Вы хотите, чтобы я помогла вам отвлечься, ваше высочество? Я. Да? Я хочу развлечься. И мне в сущности все равно как. К примеру, шахматы. Натали, неплохая идея. Вы составите мне компанию? Вы уверены, что хотите развеяться именно в моем обществе? Натали, вы единственная близкая мне душа в этом огромном и холодном дворце. А Жуковский прав. Нужно пролистнуть былое и начать с новой страницы. И я хочу начать новую жизнь в приятной мне компании. Ваше доверие – большая честь для меня. Натали, вас что-то смущает? Я полагала, что ваша новая жизнь началась в тот момент, когда во дворец приехала принцесса Дармштадтская. Может быть, вам следует поискать ее компанию? Или вы передумали жениться на ней? Передумал ли я жениться? Натали, а кого это интересует? Вас или мою маман? Ваше высочество, как вам известно, я назначена фрейлиной принцессы Марии. Я должна действовать в ее интересах. И мой вопрос продиктован исключительно беспокойством о ней. Хорошо. Я не переменю своего решения по поводу этого брака. Натали, ну так уж вышло, что у меня нет более близкого человека, чем вы. Поэтому, когда Жуковский предложил мне развеяться, я отправился искать именно вас. Когда вы рядом, моя тоска по Ольге чуть отступает. Так можете и передать, маман. Ваше высочество, вам следует искать компанию принцессы Марии. Она от всей души хочет стать вашим другом. Не думал я, что ближайшая подруга Ольги будет толкать меня в объятия другой женщины. Вы не можете обменять меня в предательстве подруги. Вы сами сказали, что изгнали Ольгу из своего сердца. Дали, вы же знаете, у меня не было другого выбора. Выбор всегда есть, и вы его сделали, ваше высочество. Натали, не проще было бы сказать, что вы просто не хотите играть со мной в шахматы? Ваше высочество, я знаю, Ольга больше всего хотела бы, чтобы вы были счастливы. Она не сможет жить спокойно, зная, что вы разрушаете свою жизнь. Начните все сначала. Вот ваш белый лист. Женитесь на Марии. И смотрите в будущее. О, ваше высочество! Вы решили меня навестить? Мари! Вы как раз вовремя. Я думал, как бы мне развлечься. И решил, что в вашем обществе вечер будет очень приятным. Правда? Вам в самом деле? Разумеется. А чем мы займемся? Да чем угодно. К примеру, послушайте,
Сегодня в Михайловском дворце бал. Надеюсь, вы не откажете мне в компании, принцесса. Садовольствием! Надеюсь, и вас там увидеть, мадемуазель. Да-да, приходите. Пожалуйста. Благодарю вас, однако мне не здоровится. Я не думаю, что мне пойдут танцы на пользу. Натали, очень жаль. Может быть, мне остаться с вами? Нет, нет, не стоит. Пожалуйста, потанцуйте и за меня тоже. А теперь, с вашего позволения, принцесса. Ваше императорское высочество. Напрасно ты отказалась ехать с ними. Мне на самом деле не здоровится, ваше величество. Меня тоже все эти балы, праздники, треволни не утомили. Вот доктор нюхательные соли посоветовал. То что-то не слишком помогает. Скажи мне, милочка, как тебе показалось, что цесаревич испытывает к принцессе? Сложно понять чужие чувства. Тем более, что он сам еще в них не разобрался, ваше величество. Но жениться на ней он намерен? Ваше величество, я глубоко признательна вам за ваше участие в моей жизни и за вашу бесконечную заботу обо мне. Вы хотите отказаться от возложенной на вас миссии, Натали? Я не могу ослушаться вашего приказания. Но я должна признаться вам, что я не выполнила вашего приказания. Александр Николаевич догадался, зачем вы приставили меня фрейлиной к принцессе Марии. Вы проговорились, Наталья? Нет. Цесаревич просто умеет читать мои мысли. Мне было ужасно стыдно, когда он сказал, что все понял. Я знала, что это поручение вам с самого начала было в тягость. И все же, ответьте мне на мой вопрос, и я не стану вас больше этим мучить, Наталья. Александр Николаевич намерен жениться на принцессе Марии. Независимо от того, любит он ее или нет? Да, ваше величество. Да, мне всегда нравились ваши честность и прямота. Несмотря ни на что, я благодарна вам. Да, хотелось бы мне читать мысли моего сына с такой же легкостью, с какой он сумел прочитать ваши. Бал уже скоро. Вам нужно переодеться. Я жду вас в карете в 7 часов вечера. Договорились? Натали, вы сказались больной, а летите на всех парах? Я только что разговаривала с вашей матушкой. Дайте угадаю. Ее интересует, что я на самом деле испытываю к принцессе Марии? Я как раз сказала ей, что вы умеете читать мои мысли. Вы и далее собираетесь сообщать императрице о моих чувствах к принцессе? Она освободила меня от этой обязанности. Какой кошмар! Значит, теперь вы будете менее пристально обращать на меня внимание, и мы будем с вами реже видеться? Мы будем видеться с вами каждый раз, как только вы будете приходить к принцессе Марии. Ведь я остаюсь ее фрейлиной. Я буду с нетерпением ждать следующей встречи. Натали, мне будет не хватать вас на балу. Благодарю вас, ваше высочество. Хотели видеть меня, ваше высочество? Что? Да. Вы помните наш разговор о князе Долгоруком? Конечно, помню, ваше высочество. И я бесконечно ценю ваше участие. Вот как? А оказывается, вы мне не все сказали. Я не понимаю, о чем вы. Вы утаили от меня, что отправились навестить князя Андрея без письменного приглашения. Да, ваше высочество, меня не приглашали.
Но князь так долго не писал, я ужасно переживала. Мне необходимо было убедиться, что все в порядке. Мало того, что вы явились туда незваной, вы приехали туда одна, без надлежащего сопровождения. Это неправда, ваше высочество. Что? Меня сопровождал мой дядя Сергей Степанович Оболенский, но он направлялся к соседям Долгоруких и высадил меня у ворот поместья. Ну, теперь я понимаю, почему Андрей был так удивлен и рассержен. Я считаю, что вам следует перед ним извиниться. Вы правы, ваше высочество. Я немедленно отправлю записку с извинениями. С вашего позволения. А, я еще не закончил. Прошу прощения, ваше высочество. Я не могу дольше ждать. Андрей? Если здесь и надо кому-то извиняться, то только мне. Наташа, я должен извиниться перед тобой за то, что так себя вел. Сможешь ли ты простить меня? Конечно. Когда же ты приехал? Как же вы узнали о его приезде, ваше высочество? У меня миллион вопросов. Я приехал сегодня, получив письмо от государыни. Да, матушка сказала мне, что пригласила князя в земли, и я взял на себя смелость сохранить эту новость в тайне. Но дабы сделать вам сюрприз, Натали. Сюрприз удался, ваше высочество. Вы ужасно меня напугали. А ты стоял за дверью и все слышал. Смеялся, наверное, как мальчишка. Да мне самому стало страшно. Ваше высочество, у вас, несомненно, актерский талант. Благодарю. Мне стало страшно, что Натали убежит, я ее не догоню. Пришлось раньше выйти из моего укрытия, чем я предполагал. Да. Не буду вам мешать. Думаю, вам есть о чем поговорить. Мой кабинет в вашем распоряжении. Но это невозможно, ваше высочество. Не спорьте со мной, мадемуазель. Эти стены... Они привыкли к дворцовым интригам, скандалам, склокам. И им давно пора узнать, что существуют на свете влюбленные люди, говорящие на своем счастливом языке. Выслушай меня. Я... Не окажешь ли ты мне честь и не согласишься ли стать моей женой? Я согласна. Я так счастлива. Нужно сказать принцессе. Но я не хочу, чтобы она видела меня в таком состоянии. Я сам ей сообщу эту радостную весть. Андрюша, возвращайся скорее. Не расстраивайтесь, Наталья. Жизнь не закончилась. Не получилось с Андреем, получится... Все получилось. Женщины плачут не только от горя. Женщины слишком часто плачут. Это иногда сбивает с толку. Андрей сделал мне предложение. И пошел сказать об этом принцессе. Примите мои поздравления. Почему вы решили, что у нас не получилось? Я думал, вы опять поссорились из-за какой-либо ерунды. Да и стоит ли об этом? Мне сейчас, Андрей, сообщить очень важную новость. Это просто возмутительно. Я ошиблась. Ага. Слово восхитительно. Итак, восхитительно. Надо делать праздник. Спасибо, но мы еще не получили благословения родителей. Это не важно. Важно любить друг друга. Я очень рад за вас и чертовски вам завидую. Натали просто... восхитительно. Сейчас я это понимаю как никогда. А может, думать, как будет праздник? Прошу прощения, но мне необходимо ненадолго вернуться в поместье. Надо убедиться, что с моей сестрой все в порядке. Конечно, поезжай.
и оставайся там столько, сколько считаешь нужным. Я буду ждать тебя.